Добрый день! Сегодня, 25 августа 2019 года, я получила очередную посылочку от Мыла Опт. Уже не первый раз получаю посылочки, всегда довольна упаковкой. Итак, распечатываем. Коробочка склеена скотчем. Что мы видим? В этот раз я заказала масла. Хочу попробовать варить мыло с нуля. Есть накладная, как обычно. Значит, что мы видим? Масла кокосовые по 50 грамм, 2 штуки. Все есть в наличии. Все, каждое масло упаковано вот в кулечек, нигде не протекло, несмотря на жаркую погоду. Оно наверняка было в жидком состоянии, но вот оно нигде не протекло. Следующее, пальмовое масло, 250 грамм. Масло упаковано в кулечек, чтобы не протекло. Ну, как видим, в принципе, в кулечек оно тоже нигде не протекло. Вот, все прекрасно, все хорошо, в отличном состоянии. Смотрим дальше. Остальные масла, всю коллекцию, которых я заказала, тоже жидкие масла. Это были твердые масла, сейчас жидкие масла. Вот они у нас в кулечке. Так, масло календулы 50 грамм. Есть, не протекло нигде, все хорошо упаковано. Масло ромашки 100 грамм. Есть, смеряем по накладной, все есть. Абрикосовые косточки масла 100 миллилитров есть. Масло алоэ также 50 миллилитров есть. Масло виноградной косточки 100 миллилитров есть. Касторовое 100 миллилитров тоже есть. Все хорошо упаковано, все доехало в целости и сохранности. Все выглядит прекрасно. Можем даже понюхать, вот распечатать коробочку. И запах вот понюхать, вот как оно пахнет. Отличный запах. Просто запаха практически нет, могу сказать. Думаю, у меня должно получиться замечательное мыло. Вообще благодарна сайту Мыло Опт, интернет-магазину, всегда, и у меня есть там 10% скидка уже, заказывая не первый раз, всегда довольна доставкой, отправкой, все как бы, все в порядке, если вдруг что-то, чего-то нет, всегда сотрудники позвонят, спросят, чем предложат какие-то варианты замены, и, в принципе, мы всегда находим общий язык. Все, спасибо всем за внимание. Я очень довольна очередной своей посылочкой.